Это если тут плохо и надо выйти. Ну, понимаешь, если здесь опасно, то ты не можешь тут быть. То есть можешь, конечно, но лучше не надо. Поэтому эвакуация, понял? Даже я не поняла. Саш, мы же это на ОБЖ проходили. Эвакуация – это процесс выхода в безопасную зону в случае возникновения внештатной ситуации. Я по этой и говорю. Если школа загорится, нам надо будет эвакуироваться. Эвакуироваться? Вот именно. И это не только к зданиям относится. Бывает, эвакуируют целыми районами и даже городами. Во время Великой Отечественной войны, например, к нам на Урал эвакуировались целыми городами. Туда же жил эвакуированный из Ленинграда Шварцман. О, Шварценеггер? Нет, Леонид Шварцман, это художник. Он столько классных мультиков нарисовал, столько, даже не знаю сколько. И про золотую антилопу, и про варежку, которая превратилась в щенка. И Чебурашку моего любимого. Прямо здесь рисовал? Да. Плакаты для завода ЧТЗ. Он там работал токарем и художником. А мультфильм «Крокодил Гена» появился позже, в 1969 году. Откуда ты это все знаешь? А я все про Чебурашку знаю, потому что он такой хорошенький малыш. Он как ребенок, все видит впервые и удивляется. Ну да, у меня даже есть видео с Москвы, как мы встречались с Леонидом Ароновичем Шварцманом. Добрый вам всего, всего самого главного хорошего и в вашем творчестве, и в вашей жизни. И дай Бог, чтобы у вас все было хорошо. Это, конечно, хорошо, но Чебурашка все-таки сказочный. Вот я люблю, чтобы мультики были заправдошнее. Это как? Ну, как будто все по-настоящему, только нарисовано. Вот мой любимый мультфильм «Дядя Степа – милиционер». Не распалась и семья. Он как будто самый первый супергерой. Большой и добрый. Всех спасает и защищает. Ну, поздравляю тебя. А ты в курсе, что его тоже рисовал Леонид Шварцман? Серьезно? Ага. Так что добро пожаловать в клуб. Прикольно. Тогда он мне еще больше нравится. А у тебя какой мульт любимый? А у меня такого нет. Как так? Да я и выбрать не могу. Мне и котенок Гав нравится. А меня так Котенок Гав. И 38 попугаев. Я могу измерить твой рост в попугаях. И обезьянки, и про суслика с хомяком. Ну бегай, бегай. Мне бегать полезно. Да, хомяк клевый. Ты ничего не понимаешь. Клевый суслик, он активный, все время чем-то занят. Да ну, суслик ни о чем. Вот хомяк, сила, драматический персонаж. Строчки. Где? И знаешь что? Что? Всех их тоже нарисовал. Леонид Шварцман? Точняк. Никогда бы не подумал, что есть связь между Чебурашкой и эвакуацией. Да, во время войны в Челябинск переехали и люди, и заводы, и даже театр. Театр? Да, но об этом в другой раз.